Ты почему распускаешь руки? Чу-чу. Ты рот закрой на меня. Сама закрой свой рот. Вы какой-то бред вообще сейчас мне тут. Захотел на что ты захотел-то? Что я захотел? Знаешь, ты молодой человек. Вот почему вы на ты меня называете? А что, мне с нельзя? С каких пор мы перешли на ты? Нельзя? Нет, нельзя. А кто мне запретил? А почему? Я кто с вами должна общаться. Кто мне запретил? Все, давайте, я с вами тоже вот общаюсь. Вот и все тогда. Ну все. Клювик тогда прикрой свой. Рот закрой свой. Рот сама свой закрой. Че там? Ты что разговариваешь так? Убери вот эту камеру. Ты почему распускаешь руки? Чё? Почему ты на руку сына разговариваешь? Свою. А что ты с руку девушкой? ГБР вызови. Чего ты с девушкой так разговариваешь вообще? Тебя что, перцем залить что ли, а? Чего надо? Тебя что, перцем залить? Да, выходи на улицу. Подожди, мы сейчас ГБР вызовем. Да. Убери свою камеру, как женщина. Ты что, еще матом ругаешься, что ли? Да убери свою камеру. Сотрудников вызывайтесь, потому что давайте, мальчик матом ругается. Давайте. Ну, по 20.1 сейчас поедет. Любой месяц поедет. Что любой? С тобой? Да. Да ты сам один туда поедешь. Я с тобой поеду. На два дня просрочку продает людям, еще что-то тут возникает. Не ты, а вы. Ты. Не ты, а вы. Заслужи уважение. Не ты, а заслужи вы. Уважение. Не ты, а вы. Заслужи. Не ты, а вы. Заслужи уважение. Не ты, а вы. Все, давай, до свидания. Мы сейчас поговорим с сотрудниками, хорошо? Да? Другими, и да? Что они сделают? Да нет, мы просто поговорим. И что они мне сделают-то? Ну, проклювит там, про другое. Так и что дальше-то? Вы им точно оскорбилась? Так же скажете? Конечно. Ты оскорбилась? Конечно. Пиши заявление. Конечно. Не сорнись. Хорошо, я напишу заявление. Напиши. Отвлекает ее от работы. Да. Ты бы лучше просрочку так убирала, как ты работаешь. А ты бы лучше рот закрыл. Ты? Да. Вот этот видео пойдет в руководство твоим магнит. Без проблем вообще. Без проблем? Да. Да? Да, мы с вами пообщаемся. И ты будет, и все будет у тебя будет. По поводу клювика, и ты, и вы. А что, тебе не нравится, что ли? Давайте. Молодой тебе не нравится по поводу клювика, да. Что ли? Давайте. Да? Да. Что тебе не нравится? А? Так что тебе не нравится? Все, давайте, молодой человек, я с вами разговаривать больше не хочу. Ну так и не разговаривай. Все. Ну и все тогда, просрочку убери с полок. Просрочки нет на полок. Да? Ты уверена? А вот это что сейчас было, когда я тебе показал? Что? На два дня просроченное. Что там было? Ну так она убрана была. Все. Это трепло. Приносим свои извинения. Мы убрали. Так надо было раньше приносить извинения. А вы кто? Я убрала, я? Да. Сейчас тебе покажу удостоверение, кто я. Давайте. Да? Да, давайте. На, смотри. Ой, и что? И что? Что и что? Все, давай. Ты же спросила, кто я? Я тебе показал, кто я. Ну хорошо, все. Что тебе не нравится-то? Удостоверение покупателя. Я еще раз объясняю, почему, с каких пор мы перешли на ты, я не понимаю. Не нравится? Мне не нравится. Вызывай сотрудников полиции. Так я вызвала, все. Сейчас так буду писать заявление. Ну, и что ну, ты там все. Напишешь, что тебе сказали? Какая разница, что я уже напишу? Я тоже. Вы отвлекаете меня от работы. До свидания. Отвлекаете. Вы отвлекаете меня убирай. От работы. Лучше. Я уберу. Поняла? Рот закрой свой. Сама закрой. Ты сама все, закрой. Иди отсюда, да, там. А что вот это ты показываешь меня? А что, вот это ты мужчина, вроде, да? Мужчина. Да? Да? У тебя похож на женщину. Ты что, да? Вот это показываешь? Да. Ты уверен? Да, хочешь уверен я тебе. Мужчина, да или нет? Да, я проверю, да. А ты что, гопник, что ли? Бля, ты как мужчина? Рот закрой, матом не ругайся. Да иди, тебе говорю, вот ты это. Ты сам убери. Иди работай. Ты как женщина похож, бля, вот ты это уверен? Ты что, говорю? Ты хочешь проверить, что ли? Да. Ты гопник. Гопник, проверить. Бля. Убери вот это, бля. Ой-ой-ой. Извинюсь, я тебя сейчас... Что? Не трогай, все, сколько... Если я тебя перцем сейчас залью, ты весь будешь плакать. Серьезно? Серьезно. Ты, блядь, люди показывают себя. Рот закрой, матом не ругайся. Последний раз предупреждаю. А что будет? Сотрудников полиции вызову, напишу заявление. Да напиши заявление, а что стоишь? Как женщины ругаются, девушки. Ты уверен, что я женщина? Да, я тебе ты хочешь говорю, проверить? Да. Еще раз повторяю, ты гомосек, что ли? Я... Все, пусть он стоит, такая. Хочешь проверять? Что-то снимают на свой диктофон и диктофон. Сейчас приедут все, давайте. Хоть всех вызывайте. Я подожду. Как вы разговариваете, это неприемлемо, молодой да? человек. Конечно. А приемлемо продавать просрочку? Я еще раз объясняю. Я просрочку сняла. Все, я принесла свои извинения. На когда? Ты со мной разговаривать не нужно. Когда ты извинилась? Вы кто такой? Я сейчас я тебе уже показал, кто такой. Удостоверение даже показал.
5 минут назад. Даже удостоверение показал, кто я. Вы стоите дальше, продолжаете конфликт. Зачем? Конфликт? Я не понимаю. Вам сотрудника нравится? Не хочет сейчас извиниться за то, что матом нет, ругается? Не хочу. Нет, потому что он защищает девушку. Какую девушку? Которая меня? Просрочку торгует? Да. В чем тут дело? Да. Я работник, он защищает директора, а я девушка. Да, у тебя еще в интернете. А я девушка. Делаем. Девушка? Да. Понимаешь? Нормальный сотрудник, да? Для людей просрочку не торгует. Конечно. Конечно, конюшня. Мы сняли все. Ну. Да. Уважительно надо к покупателям относиться. Конечно, так покупатель в первую очередь должен так же соблюдать субординацию по отношению к сотрудникам, которые здесь работают. Да. И не разговаривать. У меня нет уважения к сотрудникам, которые продают просрочку людям. Не переходить на личность. Личность? Да. А ты личность себя чувствуешь, что ли, который продает просрочку людям? Нормально вообще. Нормально. Ну нет, животное, наверное, или как надо? Как наверное, это животное. А, да, вот да. Так, да? Хорошо. Ничего хорошего. Давайте, молодцы. Увидишь себя в интернете. Да ну что, какая разница? Здесь я вижу, я тоже снимаю ТикТок и так далее. Так да там не будет ни ТикТок. А что там, там будет? Там хуже будет. А что там будет, милый? Ютуб будет. Да вон YouTube. Красавица. Да, конечно. Да. Увидишь себя, и почитаешь о себе что-нибудь новое. Да пусть я почитаю, а что дальше? А еще руководство отправлю. Да, пожалуйста. Я тоже руководство отправлю. Что ты отправишь-то? Потому что я извинилась, ты вы дальше продолжаете со мной конфликтовать, да? Ну, на камере это записано, как ты извинилась. Пожалуйста, конечно. Я просрочку. Не продавай просрочку, иначе сюда приду с людьми и с видеокамерами. Понятно? Мне не надо угрожать, понятно? Я тебя предупреждаю. Меня угрожают другие люди надо. Пистолетами. А у меня ни того, ни все, другого давай, нет. Давай, иди. Иди, до свидания. Иди сама, понятно? Ты что ты такое завелся-то? Ты что? Что такая борзая-то, я не а понимаю. А ты что такой? Что такая борзая-то? Кто, что, кто там? Как тебя что, зовут собрался? Ты со мной драться покажи, собрался? Покажи, как ты тебя зовут. Что ты? Кто ты? Юлия. Мы что с тобой стоим? На улице, на поединке, что ли? Что такая борзая с покупателем? А почему ты со мной так разговариваешь? А что, нельзя? Почему ты стоишь со мной, нельзя? Разговариваешь? Нельзя? Нет, нельзя, а конечно. А кто мне запретил? Я еще раз объясняю. Тебе никто не запретил. Ну, почему тогда? Ты так со мной разговариваешь? Захотел. Я тоже захотела так с тобой разговаривать. Ты не имеешь права а так разговаривать с покупателем. А вы имеете право так со мной имею. Разговаривать? Имею. Да? С каких пор? С таких. Как с только каких? Я пересек этот порог магазина. И что? С каких пор вы имеете право хамить? С таких пор, хамить. Как только ты мне начала продавать просрочку. Как личности. Еще по детской сейчас пройдусь, просрочки. Ой, давайте. Это ты обиженный, что ли? Жизнь, что? Обиженная ты будешь, понятно? Да? Чем? Всем. Чем обижена? Всем что будешь обижена. Как только тебе будут в спину плевать люди. Ой, кто будет плевать? Люди. Такие люди. Когда тебя увидят в интернете. А как вы разговариваете, тебя не будут плевать? Мне нет. Нет? Мне наоборот, говорят, что молодец, что выставляешь таких людей на все обозрение, которые продают просрочку. Мы сняли просрочку. Молодой человек, что вы хотите? Так ты извинилась, когда ты сняла? Что вы хотите? Вы ко мне подошли? Ты извинилась, тебя спрашивают. Как было с самого начала? Все, трепло, иди вы работай. Вы ко мне подошли? Подошли к тебе. Вот. Еще раз вакуум есть. А как ты думаешь, раз вакуум можно продавать людям? Ты рот закрой на меня. Сама закрой свой рот. Рот закрой свой. Рот свой закрой сама. Все, ты нормальный или что? Нормальный. А ты вообще нормальная? Ты маску одень еще раз. Ты сама клювик-то закрой свой. Свой клювик закрой. Свой клювик закрой. Для начала. Охреневшие. Здравствуйте, да, извините, я случайно. Ага, да, до свидания. Добрый вечер. Он уже не разговаривает. А обязан? Ну просто вы такой смелый сейчас были, разговаривали. Обязан и хамили. С ним даже разговаривать. Да? Обязан даже с ним разговаривать? Просто вы хамили мне сейчас. Хамил? Да. И так как, ну, к сожалению, сотрудники мои не могут с вами позволять себе общаться, я вызвала службу, масочку которая оденьте. Может с вами общаться. Масочку на носик оденьте, пожалуйста. Сам разберешь, как мне одевать ее. Вы не разберетесь. Правила магазина. Да? Правила магазина. Я в маске? Вы тоже должны быть в маске. Все в маске. Я посмотрите в маске. Вокруг. А что, не в маске, что ли? Интересно. Она где у вас находится? На лице. На лице, на подбородке оно у вас на находится. Лице. А часть, подбородок это часть лица. Оденьте на носик. Вы чего добиться хотите? Вот я? Цель вашего визита. А что ты ко мне подошел? Не ты, не ты. Тыкайте, во-первых, я с вами на вы. Ты? Как и чему тыкнуть?
ты физическое воздействие на себе почувствовал? Какое физическое воздействие? Не знаю, как я тебе мог тыкнуть. Вы какой-то бред вообще сейчас мне тут. Ты сам несешь бред. Загоняете. Что ты хочешь-то? Не ты, а вы, во-первых. Что ты хочешь? Захотел на ты. Что ты захотел-то? Что я захотел? Ты сейчас захочешь? Матом еще ругаешься? Ну, точно так же сейчас разговаривал на весь что, магазин матом со мной. Ругаешься? С девушкой магазин. С девушкой. А ты тыкаешь? И? Я смотрю, а вообще что ли? Что ли? Все тут вообще уплывшие или что с вами? А ты что, уплывший что ли? Ты что мне, блядь, пререкаться? Еще раз с матом будешь ругаться? Ты меня не выводи лучше. А что будет? Да увидишь, что будет. Ну-ка. Так чего? Ты матом прекрати ругаться, рот да? Закрой свой. Сам закрой рот свой закрой рот. Свой, сам сказал. Свой за рот закрой. Рот свой закрой. И сам свой рот убери закрой. Убери камеру свою. А дерьмовую. Если не уберу, то что будет? Придурок. Ты придурок ты, видимо. Посмотрим. 22-й Айрих. Тут у нас активист движения, там они просрочку выискивают. Ведет себя вообще просто бестактно, тыкает. А ты обиделся, рот что закройте свой. Рот сам свой закрой, понятно? Вот. Не можно подмогу, пожалуйста, сюда, мы его выводить сейчас будем. Да. Выводить он будет. Попробуй, примени физическую силу к журналисту. Все, спасибо. А где ваше удостоверение? Вы же только что были покупателем, удостоверение показывали. Документы свои показывайте. Кому, тебе, что ли? Мне. На основании чего? На основании того. На основании чего? Личность хочу вашу, да? Удостоверить. С чего это вдруг-то? В смысле, с чего это вдруг? Личность ты решил остановить, а? Потому что вы нарушаете общественный порядок. Да? Да. Ты матом ругаешься в общественном месте, ты не нарушаешь общественный порядок, не а? Не нарушаю. Да? 20.1. С вами только вот так вот надо разговаривать. А с тобой как надо разговаривать? С тобой как надо разговаривать. Ты со мной разговаривать будешь, понял? Я тоже я сам решил, подошел, как, нормально как с тобой разговаривать, понятно? Я нормально стал да, общаться. Да, ты три раза матом ругался. Три раза матом, а до этого на... минуту с тобой что-то нормально что разговаривал. Что ты орешь-то на меня, а? А почему потому что орете? Ты свой голос рот повышаешь. Рот осел, сам свой закрой, все. А почему вы позволяли себе орать на меня? Почему вы позволяли себе орать на меня? У меня есть видео, запись, где он хамит мне. И да? Он мне тычет. Тычет, орет, тычет. Орет посреди зала покупателям, что я там, ты, какая. А ты воздействие себе физическое почувствовала, что ли, а? Почему? Что тебе тыкнули? Вот, понимаете, как разговаривать. Да бред вообще. Я не считаю нужным бред. Общаться с мужчиной. Если бы я могла быть мужчиной, ну, была бы мужчиной, наверное, я бы ответила ему по-нормальному. Но, к сожалению, я не могу. И сотрудники мои тоже не могут. Да и матом ругаются. Ну а как с вами? Вы оскорбляете как девушку? Как же, интересно, с покупателем вы, надо общаться. Вы оскорбляете да девушку? Вы мне вообще никто. Вы для меня нарушитель. Вот. Видите, он, видите, как это? Балбес. Балбес ты, понятно? Рот закрой свой. Рот ты сам свой закрой. Отвлекает сотрудников. Вот мы тратим время не на просрочку поиска, а на его действительно. Зачем тратить время на просрочку? Он ко мне подошел, показал. Директор мне. Он сейчас телефон будет доставать, снимать. Зачем? Вон для тема. Пусти вас! Ну нужно вам это было? Ну то будет все, что здесь есть, то будет пойдет в главку. На насрать. Срать? Конечно. Вот это убери отсюда. Это по-хорошему, я тебе говорю, убери вот это. Журналист. Журналист? Да. Красавчик. Его опоры. Ты журналист? Убери его, опоры. Я журналист, убери его. Убери его, я журналист. 144-я статья Уголовного кодекса. Видел? Все? Я тебя тоже поздравляю, 144-я статья Уголовного кодекса. Заработал себе. Кто? Я что ли заработал? Кто на меня сейчас здесь нападал? Кто нападал на тебя? Ты не видел, да? Я не видел ничего. Не видел?
Нет. Балабол, что ли, получается? Какой балабол? Рот прикрой свой. Рот сам прикрой свой. Понял? Сейчас и ты, и все поедете. Давай, давай. За нападение на журналиста. Кто на тебя нападал-то? Не нападали, да? Нет. Нет? Мы на него нападали? Нет. Я вот лично вас разнимал. Не нападали? Нет? Ты что, не видишь, что ты я мужик? Вас разнимал, что ли? Да. Тогда скажи, ты что мужик? Нападал. Вот, у тебя что, ты мужик? Ты мужик? Ты мужик? Баба вся. Ты женщина, бля, похож, смотри на ее. 37-96. Сейчас еще тоже продублируем нападение журналиста. Сейчас вызвали сотрудник. Я сказала, что он нужен наркоману, потому что это неадекватное человеческое поведение. В адекватном, видите, так не будет. Я буду писать на него заявление тоже. Пишите, я тоже напишу. Да и сотрудники. Ой, ты будешь уволена, красавица. Я буду уволена, но все же с ними тоже. Юлия Задневская, ты будешь уволена? Пиши, да. Пиши заявление по собственному. Невская. Да. Да мне пофигу, как тебя там, как тебя по батюшке, понятно? Мне тоже не знаю. Вы неадекватный человек. Смотрите, вас люди боятся. Вы стоите, что делаете? Здравствуйте. Хотелось бы вызвать сотрудников полиции, наряд, за нападение на журналиста в общественном месте в магазине. Рот свой закрой! Сам свой рот закрой. Рот свой закрой! Больной, что ли? Больной ты! Да с вами разговаривают же сотрудники полиции. Адрес какой здесь? Металлистов какой? А, не знаешь, да? Сейчас, подождите секундочку. Да они два раза не отправят наряд сюда. Уже вызвана полиция, девушка, уже вызвана сюда. Я только что звонила. Это так. Наркоман вызывает сюда. Сейчас, секундочку скажу. Так, проспект Металлистов, дом 110, корпус 1. Нападение на журналиста. Видеозапись есть? Что магазина тоже. А? Что за магазин? Магазин «Магнит». Нападение на журналиста. Что и значит нападение? Что значит нападение, девушка? Применение физической силы к журналисту. Пытались его скрутить, его, заломать, отобрать у него имущество его. А как фамилия ваша? Фамилию назову как только приедут сотрудники полиции. Телефон на связи. Тот, с которого звоню. Не высвечивается. Не высвечивается? Да. Сейчас я вам скажу. Какой-нибудь, 9-1. Да. Так что сейчас будем оформлять. Конечно, и того, и вот этого за нападение на журналиста. Серьезно? Серьезно? Еще и матом тоже. Поедешь сейчас, поедешь. Я любое место клянусь, я с тобой поеду. Во, выйди отсюда. Да ты сейчас один туда поедешь. Вот камеру, выйди, ты сейчас один туда поедешь. Да я выйду, еще с тобой. Да ты никуда не выйдешь, ты будешь там все, сидеть я уже. Я ты как женщина, блядь. Ты еще рот свой закрой, матом не ори. Ты, блядь. Ты рот мужик? Свой закрой, матом не ори. Ты мужик? Да рот ты мужик? Рот свой закрой, не ори. Ты мужик, я тебе говорю. Отойди от меня. А? Ты мужик? Я тебе говорю, ты мужик? Дистанцию держать меня. Успокойся. Дистанцию. Ты, как женщина, еще сюда. Дистанцию держать меня, не сказал. Я тебе говорю. Успокойся. Выдох, все. Не надо. Ты, девушка, как разговариваешь вообще? Он уже сделал себе хуже. И ты тоже сделал, как ГБР. Ты пойдешь, понятно? Я тебя найду на улице. Найдешь, найдешь. И все твои друзья и знакомые тоже тебя найдут. Я тебя найду. И откуда ты тоже приехал, тебя тоже там найдут. Я